меня супец. Вермишельковый супец. Это я. С видом на урбанизацию. Такую, деревенская урбанизация. Ох, время 3 часа. И что я тут вижу? О, какие облачка. Хорошо. Блин, время 5 часов. И что мы видим? Все, облака кончились. Вон они ушли. Туда. Ох, блин. Опять жара будет. Барахла повытащил вчера. Еще в прошлый вечер, думаю, ну, чтобы поменьше на сборы, думаю, чуть-чуть вытащу и все. Но что-то вот опять не пошло. Опять хреново туча барахла лежит. Сейчас запихивать надо будет. Я вчера супчику сварил вечером. Уже темно было. Жрал при полной темноте. Ну, при фонарике. Ну, вкусный супчик. Прямо он зашел. Вот на ура. Хотя даже вчера подташнило. Не знаю от чего. От жары, что ли. Я все еще здесь. Вроде как и солнышко, но температурка 15 градусов. Как по заказу, конечно. Офигенская. Ну вот, у меня в планах было маленько поторчать, уже 9 часов, да? В смысле, как-то мои ножки это, не очень. Я думал отдохнуть маленько. Ну блин, такой день хороший. В смысле, ехать. При такой температурке только едь и едь. Вода почти не тратится. Откуда такой холод, интересно, взялся? Прикольно. На завтрак у меня будет гречневая каша. Без мяса. Просто так. Просто гречневая каша. Гречечку так и с сальцом сделал. С салом. Что-то я перед мостом. Тут какой-то зеленый сейчас мигал, я не пойму. Что они тут по одному, что ли, едут? Вот какое-то местное произведение искусства. Ну и все такое. Все, едем по мостику. Это вот Уба самая. Ой. Ой, блин, тут кочки. Ну вот такой вот мостик. В общем, я какое-то самое злачное место Шаманайхи. Листон. Все, Шаманайха кончилась. Дорога на Россию. 10 километров, наверное, что ли. Вон она. Тишина, хоть была скали. Никто не хочет Россию. Россия там. Ой. Вот так. И тенька-то ни хрена нету. Вот нашел тут какой-то. Вот еще одна приграничная зона. В Шаманайхе было так написано. Теперь еще одна. Наверное, это уже ультраприграничная. Сейчас там еще одна табличка, стопудово будет. Супер-мега пограничная зона. О. Да. Речуха, конечно, хорошая. Но хрен туда подойдешь. Уж очень она низко туда идти. Ну и там везде все заросшее. Жаль. Ну а я все еще в приграничной зоне. Так называемой. Машин нет. Облачка хотя бы небольшие пошли. И то хорошо. Ну а тут
Черт его знает. Вообще, тут вообще ничего не видно. Тут, блин, джунгли. О-о-о. Шумит где-то, а ее не видно. Это вообще не видно. Ну, там маленько что-то. Да. Блин. Оттуда приехал. На гору вот поднялся. Думал, ну нормально. О, пожалуйста. Опять гора впереди. Ё-моё. Блин. Вот казалось бы, да, взять, вот по низине проехать. Без всяких вот этих гор, блин, идиотских. Вот речуха течет там внизу. Нет, надо вот обязательно через эту вот гору, прямо вот по центру, блин. Сука. А тут какое-то озерко. Мужички там даже рыбачат. Эго свое поднимают. О, какой-то спуск пошел. Это все горы Алтая. Ну, огрызок, короче, от Алтая. Я надеюсь, я его проеду в конце концов. Сколько уже можно-то? Все, горы да горы. О! Казахстанские нанотехнологии. Радар улавливает предметы, находящиеся на поверхности Земли. Вот так вот. Там кто-то живет, кстати. Да. Окошечко, все. По чесноку. Тут тоже радары. Маленькие. Ну да. Вот так вот. О, горка. Вот он. Вот ровненько. Вот здесь вот. Это, видимо, я спал, что ли. Ну, короче, на одном месте был. И вот я попер. Вверх все время, блин. Все время вверх. Ё-моё. Когда вниз будет? Это ужас какой. Я где-то на вершине. Вон там еще выше. Вот на нее заберусь, падла. Там еще какая-нибудь хрень будет. Вон я вижу, даже какая-то лысая горка торчит, блин. Блин. Где эта чертова таможня? О, там речуха хорошая внизу. Красивая, блин. Ну, видок, конечно, тоже ничего. Опять нам желают счастливого пути. Блин, сколько можно уже желать-то? Счастливого, да счастливого. Уже хрен его знает, какая вывеска. И все, счастливого пути. Когда счастливый путь будет? В конце концов. Ну хорошо, хоть облачка поперли. О! Рай. Но горы, блин. Вот я же говорил, что залезу на гору. Вот тебе, пожалуйста, вон еще одна ступенька. Вот, блин, а? Мама! Я хочу домой! О, пожалуйста! Забрался на горку. Вон она, еще горка. Эх, ма! Вот его горка. Тут, блин, асфальт кончился. О! Собаки не могут асфальт положить, что ли? Что это такое-то? Ой, хорошо, хоть машин нету. Блин. Кранты. Горка высокая. О, вон она. Они, собаки, на самую гору залезли. Таможенники. А я эту вышку-то не заметил. Вон она. Там, наверное, сидит какой-нибудь черт. В этом скворечнике. Бдит границу. Как бы, блин, россияне не проникли в святые земли Казахстана. Ну ладно, вот она. Граница. Сейчас посмотрим, как шмонать будет. Что там, как, почем. Ну, собственно, вот так вот это выглядит.
Да. Вот какой-то зал. Прошел пафосную границу. А впереди еще российская. Вот не любят мою морду пограничники эти, или как? А это не пограничники же, господи, эти куты, таможенники. Вот достал их все с этой мордой. Стоит, блин, не ты да не ты. Проходил ли ты когда-нибудь? Я говорю, ну там же штампики есть, в конце концов. Ясное дело, что проходил. Ну, границу. Вот не твой, да не твой, блин. Там уже толпа скопилась. А он все меня, блин, сканирует, блин. Вот, блин, кадр. О! Бесплатный ничейный туалет. Ни российский, ни казахстанский. Прикольно. Он между двух границ где-то. Блин, ну и асфальт тут, блин, собаки положили-то. Да тут его положили, он тут 100 лет, наверное. Мама родная. Опять в гору, а? Еще одна гора. Я не понял, это российский, что ли, наблюдательный пункт? Они друг на друга, что ли, там смотрят? Какая-то кочежига. Ну, господи, да неужели я забрался на самую эту, высокую-то? Вон, в долину там сейчас. Ох ты, куда-то я, придурок, заехал-то. Да, придется сейчас тормозить стопудово. Жаль, конечно. Обода жалко. Вон она синенькая уже видно, блин, собаки. Не могли где-нибудь внизу-то там сляпать свою эту халабуду. А может и внизу? Не, вон она внизу. Это они так типа предупреждают. Ну ладно, я попер. Алтайский край. Что-то там поспели-ка. Еще какая-то хрень. Вот так вот. Я в России. Да нет, еще не в России. Они свою эту штуку сделали под самую эту, под самую горку. Пришлось 55 резко тормозить. Эх, жаль. Ну вот российская граница, пожалуйста. Я уже минут 20 здесь стою. О, они ковыряют одну машину какую-то. С собачками там что-то. И кого? Это российская. 20 минут, одна машина. Ну, какую-то легковую тоже они там трясли долго. Вот так вот, блин. Интересно, в Крыму бы так вот допрашивали, досматривали бы каждого. Блин, интересно, какая очередь была бы между Украиной и Крымом. А тут такой, блин, колхозная какая-то дорога, блин. Смотрят чего-то там, серьезные такие. Все, проехал границу. Слава тебе, Господи. Боже мой. Ну тут какая-то лабуда у них, вот эта вся торгашинская. Меня поражают эти люди, которые где-то проезжают, где-то как-то на границах, что их вот прям, блин, вот 2 минуты и все, прошел он такой довольный на великах. Мне вот этот россияне, блин, просто изнасиловали. Причем я пока эти шмутки-то, они же все раскидали это дело. Пока все это собирал, машины, я обратил внимание, машины. Ну, обычные седаны. Что-то раз-раз зеркальцем посмотрел, в носу поковырялся, капотик открыл, это открыл. Нормально все пойдет. Бля, почему у меня надо в личных вещах буквально ковыряться, трусы там перебирать, блин? А у него вроде как там трусов нету, конечно. Ну да. Черт его знает. Или у меня морда такая, или что. Почему других-то нормально? Фу. Пропускаю.
Ну, в смысле, велосипедистов я имею в виду. Не знаю. Ну все. Блин, Россия. Теперь все за рубли, блин. Тенгухи нету. Да у меня всего штука. Как там до Барнаула, не знаю. С одной штукой-то. Вот так. Жаль, пожрать-то ничего нету. Путевого. Да? Ой, тё. Тё. Так, машина испугался. О, коняга. Ух ты, бродяга такой. Ах ты, бродяга. Ух ты. Ну что, браток. Ах ты какой. Ах ты, маленький такой. Ах ты. Ух ты. Ах ты. Ах ты. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой. Чук-чук. Не надо мою эту хавать-то. Вон мою. Нифига себе ты друг даешь. Не. Рюкзак не надо. Не надо хавать рюкзак. Все, все, братан. Ну нету, нету. Че такое? Ну. Сейчас мой. Ой! Сейчас он мой компьютер схавает. Вот, блин, привязался-то, а? Жрать хочет. Траву найди хавай. Траву хавай. Эй-эй-эй! Да ты смотри, чего? Ага. Где-то ночевать надо. Вот я не знаю, где. О, тут кто-то ходил. Блин, я чувствую, вот тут сыро будет. Тут высоко-то как. Тут вон что. Там даже кто-то шевелится, блин. А кто тут шевелится? Непонятно. Хрен его знает. Вот эта ветка шевелилась. Тут, короче, страшное дело. Какое-то болото. Да. Комаров тут. Мать его. Да. Вот. Какая-то полянка. Деревня это недалеко. Где-то там. В стороне. Вон она, трасса идет. А я здесь себе полянку делаю. Вот таким вот. Макаром. Раз. 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 Оп. Хоп. Хоп-хоп. Вот так вот. Ну, мягенько будет. Комарики есть маленько. Вот. Ух. Поиски дров. Да, вот какая-то сухая, вроде бы. Нет, ни хрена она не сухая. Ага, ну ладно. Будем искать. Прикольно. Я даже земли не чувствую, иду. Вот по этому всему. Ни хрена себе. Вот это да. Ну вот там какая-то есть. Ну как до нее дойти? Ох. Ну да. Глубоковато тут. Однако. Ой.
Ой, сейчас доберемся. Вот она, сухая веточка, две даже. Вот это, блин, джунгли. Интересная штука, да? Вот Казахстан вроде недалеко. Пустыня. Границу переехал, вот тебе джунгли. Почему так, непонятно. Ох, супчик. Опять супчик. Супчики мне что-то понравились. Хорошо пошли. Закат солнца. Вон оно. Все в облаках. Вот такая у меня стояночка. Кто-то здесь полянку выкосил. Ну и мы здесь вот обосновались. Супчик сейчас будет сборный. Туда гречки, наверное, добавлю, еще какой-нибудь фигни. Тут картоха растет, можно накопать. Да ли ладно, копать не будем. Фух, вот так. О, какое солнце. А? Шедевр, блин. А так еще круче. Супчик. Но другого не было. Вот такой вот. К нему добавлю гречки и еще какой-нибудь фигни. Ну, блин, не знаю. Добрая порция какая-то. Это, конечно, все не то, но, может, вкусно. Это что-то подороже, 80 тенге. Это я еще в Казахстане брал. Вот так. Эй, солнышко-то какое. А? Острик. Кайф. Жаль, конечно, последние лучи. Сейчас будет темно. Жрать опять поди будем в темноте. А все-таки мы кушаем засветло. Она так и сварилась. Сало покрошил, гречка туда. Ну и супик этот. Очень даже ничего. Вот. Но хлеба нет. Что-то я... Там маленько есть. Сейчас вытащу. Ой, вкуснятища. Вот так. Фух. Пожрали. Эх, закатик какой. Прелесть. Ну все, в общем-то, спать. Палаточка. Этот под полиэтиленом. Запах такой мощный стоит от этих, от трав. Блин, собачки там лают где-то. Как бы они портят вот эту вот гармонию. Ну ничего. Время у нас без 15:10. Самое нормальное. Все, спать.